Заканчивая, я хочу сказать следующее, что в нынешнем своем виде Российская Федерация представляет собой, на мой взгляд, я излагаю только свою точку зрения, классический мягкий фашистский режим. Если вы посмотрите на все политические определения этого режима, вы увидите государственную экономику, националистическую идеологию, сотрудничество с традиционными экономическими элитами, пренебрежение законом, апелляцию к массам, к мужскому началу, к жесткому управлению и к территориальной экспансии. Посмотрите на все классические определения фашизма. И это означает, что Россия сегодня настолько далеко ушла от Европы, насколько только можно себе представить. Мы имеем абсолютно противоположные тренды. И я хочу сказать, что европейцы никогда не будут в безопасности, пока Россия будет развиваться по тому тренду, по которому развивается сегодня. Находясь здесь, в Германии, могу сказать, что то, что я вижу сегодня в Российской Федерации, и то, что начиналось там со времен начала 90-х годов, это тренд, который занимался в Германии времен Веймарской Республики. И как он закончился здесь, мы прекрасно знаем. Сейчас, конечно, не 30-й год 20 века. В России этот тренд закончится гораздо мягче. Но он идет ровно туда же. И Европа потом горько пожалела, что она считала Веймарскую Республику нормальной страной, какой часто называют сегодняшнюю Россию. Но после этого, в конце 40-х годов, Европа опомнилась и поняла, что только Германия, измененная, радикально перестроенная, демократическая и включенная в Европу, а не выставленная за ее границы, может стать двигателем новой Европы. Я убежден в том, что в случае с Россией мы имеем нечто очень похожее. Когда Россия проиграет Вторую холодную войну, в которую она ввязалась, для Европы возникнет огромный исторический шанс включить ее в свой состав и получить такой же двигатель экономический, политический и социальный, каким стала Германия после Второй мировой войны. Если Европа в очередной раз не воспользуется этим шансом, как она не воспользовалась им в начале 90-х, это будет огромная историческая ошибка. Поэтому я хочу сказать, что сегодня, на мой взгляд, нет большого смысла пытаться изменить режим, который идет на полном ходу в бетонную стену. Политика в России уничтожена. Конкуренция в экономике находится при последнем издыхании. На мой взгляд, сегодня самым правильным является выборка стратегии для того, что будет после того, как этот режим рухнет под собственной тяжестью. И в первую очередь нам нужно коммуницировать с нашими европейскими друзьями и коллегами относительно того, чтобы у Европы было четкое понимание ее собственной стратегии в отношении России, которой, к сожалению, никогда не было. И это была проблема и для России, и для Европы. Если мы в этом зале сегодня, в следующие дни, сумеем сделать что-то для решения этой задачи, это будет большим успехом. Спасибо.